Боже, ну все. Ну нет, я это так не оставлю. Надо же. Ну что, попался? Ну, наконец-то. Давно я за вами охочусь. Ну-ка, выйди. Выйди отсюда. Ну-ка. Ну что? Маленькое злое существо. Недомалеванный малевич. Так вот кто расписывает стены нашего подъезда. Подло ломает дверь и цинично портит лифт. Боже мой. Боже мой, что же это такое? Боже мой! Козлы! Эх ты! Я сейчас вызову сюда лифтера, участкового милиционера и начальника дома управления. Простите меня, тетенька, я больше не буду. Простите меня, тетенька. Говори, кто твои сообщники? Дима, так? Из пятой квартиры. Он сон. Дальше. Денис из 16-й. Так. Скорпион. А ты? А я паук. Паук, паук, наплел ты мне тут паутины. Да сам нее и попался, маленький варвар. Законченный хулиган. Я больше не буду. Ну хорошо, хорошо, не реви. Так уж и быть, прощаю. Но в самое ближайшее время ты и твои сообщники должны будут вымыть вот эти все стены, все потолки и все, чего касались ваши мерзкие ручонки. Вот тебе швабра и вот тебе ведро. Понял, тетенька, спасибо. Все исписано. Просто нету ни одного свободного местечка. А, нет. Кажется, есть. Прекрасно. Ну все, Денис из 16-й квартиры. Вот теперь я заставлю тебя эти все стены отмыть. Скорпион.